Форматирование закончено. Предлагает опять придумать имя жесткому диску. Ну, давайте напечатаем дата, данные. Enter. Все. Созданы у нас и отформатированы два диска, C и D. C активный, системный. Системные файлы перенесены на него. Так, попробуем войти в Volkov Commander. Если я не ошибаюсь, vc/vc. Вот так вот. Да, угадал. Вот. Все правильно. Alt+F2. Менюшка наша. Значит, диск C с системой. Так, диск D пустой. Все. Теперь перезагружаем компьютер и выходим в меню установки Windows.